Открытая трибуна. Профессиональная команда по какому виду спорта больше всего нужна Кривому Рогу? Кривбасу профессиональная команда нужна, это футбольная команда, которая была в городе, которая славила наш город. И мы с удовольствием наблюдали за ее победными, так сказать, шагами. Я думаю, бокс. Ее надо сделать, чтобы это... Украина навсегда славилась своими боксерами. И в Кривом Роге очень много талантливых боксеров. Поэтому я считаю, что бокс надо развивать. Команда волейбольная, наверное, нужна все-таки, так как я сама очень сильно люблю волейбол. Вот. А у нас, к сожалению, волейбольной команды, именно профессиональной, в городе такой, как нет. Есть, которые при институтах команды, а вот каких-то вот отдельных, есть отдельные, как бы, которые занимаются. Но хотелось бы все-таки какого-то продвижения. Я думаю, футбол. Восстанавливать надо, Кривбас, как раньше был, гремел. Профессиональная команда будет в нашем городе тогда, когда у нее будут условия к этому, конечно. Ни лыжи, ни снег, ничего. У нас есть бассейны, это по плаванию можно занятия развивать дальше. Футбол, я болезненно воспринимаю то, что мы были зависимы от того, что нашу команду, так сказать, ликвидировали, или она себя изжила морально, физически или в материальном плане. Хотелось бы гордость города иметь футбольную команду. Я думаю, футбольная команда однозначно. Она раньше же она как-то выступала, показывала все какие-то, я не знаю, показатели были неплохие, кстати. Но потом что-то заглохло. Я думаю, что Кривбас это вернуть обязательно надо. Команда, которая в свое время достигла больших высот. Ну и так с ней обойтись, это просто некорректно по мягкой мере. Я считаю, что нужна нам футбол. Кривбас возродить не то, что сейчас бегают там юноши, а именно профессиональная, капитальная команда. Открытая трибуна.